Где достать мотивацию? Я много вам могу секретов рассказать. Много. Потому что кто-то думает, что его внешние цели будут как-то мотивировать, какие-то еще что-то. Одну и ту же морковку покажи. Вот. Ослик так бежит за ней, вот этот с морковкой, волк нет. Вот. На самом деле все из нас, все из нас. И сегодня расскажу вам секрет мотивации, который состоит из трех слов. Три слова. Слова простые. Если кто-то думает, что это как Гарри Поттер там говорил, там «карабда-барабда», ну или как-то он там «сим-сим-силябим», ну что-то он произносил, как заклинание. Почему дети это любят? Потому что дети наивны, они думают, что слова способны чудеса творить, понимаете? И мы тоже как идиоты. И я вам говорю, секретные три слова. Вы сейчас упадете, я вам их произнесу, это серьезно. Вот. Интересно. Это слово уже, слово секретное, секретная тайна. Второе. Понятное. Слово, понимаете, я вам говорю, это магическое, оно сейчас будет действовать через экран. Я как Алан Чумак заряжаю сейчас вас. Три, важное. Три слова сказал. Магия. Вы думаете, я дурачусь? А серьезно? Это исследование, миллион проводили, просто исследовали. Десятки тысяч сотрудников всяких разных. Пытались понять, а что они вообще, что вот, почему какие-то работают, и ты довольны, говорят, у нас интересная работа, нам все нравится, там, и так далее. Вот. А какие-то говорят, ой, работа невозможна, это просто, это кабала, это не жизнь, там, и так далее. Три слова. Причем, это теперь будет секрет со звездочкой. Вам достаточно двух. В любой комбинации из этих трех. Может быть, интересно и понятно. Достаточно уже. Может быть, интересно. Так, сейчас я вам покажу другой палец. Оп. И лишний показал. И важно. Уже, понимаете, блестяще. Может быть, понятно и важно. Тоже хорошо. Понимаете, срабатывает. Вот теперь я вам расскажу, в чем суть. Понимаете? Потому что вы говорят, хочу интересную работу. Интересно. Дайте мне интересную работу. Слушайте, ну не бывает интересной работы. Бывает интересно, что вот там какая-то сфера, да, там вот хочу стать блогером, там хочу стать космонавтом, но интересно. Но когда работа уже там дальше, то в целом этот блогер, который снимается, он проклинает тебя 25 раз на 105-м дубле, понимаете, ну, когда это уже все скончится, наконец, кто мне этот текст написал ужасный, вот, почему опять там что-то, звук не записали, там, ну, живут как психи, вот. Ну, улыбаются, они довольны, они должны делать марку, все, вот, так что это интересно, а дальше какая работа, ну, как бы, но можно внутри работы, чтобы было интересно. Вопрос, каким образом? Рассказываю секрет. Первое. Вы должны научиться скучать. Издеваюсь, но правда. Задумайтесь. Если у вас везде веселье, вы там смотрите сериалы, «Ходячие мертвецы» раз, «Ходячие мертвецы» два, там, движуха, все, там, и так далее. Дальше вам к работе. Там, нарисуйте что-нибудь, напишите что-нибудь, сделайте что-то там, отчет заполните. Ну, по сравнению с этим будет, конечно, работа не будет интересной, понимаете? Если жизнь скучна, вот иногда человек нет работы, он скучает, и ребеночка, вот мама родила, такое часто бывает. Ну, она с ребенком, ну, она уже опупела от него, все уже, говорит, скучно мне, хочу на работу. Хочет на работу, понимаете, не гонит ее, говорит, ну, пожалуйста, ну, дайте мне работу. Можно я куда-нибудь, это прекрасно, я очень люблю ребеночка, ну, вот он с кем-нибудь, с бабушкой побудет, там, в детсадик походит, а я на работу пойду, дайте работу. Вот как? Скучно ей стало, захотела на работу. Второе. Значит, если вы постоянно работаете, а работает что такое? Работа – это не то, что вы вот пришли на работу и там включился вот этот, такой в карточку раньше, знаете, на заводах был так, вставил так, все, ты работаешь, а до этого ты типа дурака валял, да? Нет. Работа – это любая деятельность, которая требует от вас траты энергии. Спортом вы занимаетесь? Вы что думаете, не работа?
работа. Некоторым за это деньги платят. Они на соревнованиях выступают, там и все. Значит, смотрите вы видео, как вы думаете, это работа или нет? Вы думаете, вам потупить, но на самом деле это работа. Потому что тоже это же надо как-то что-то с этим, ну, пусть примитивно, но все равно как-то это перерабатывать. Входит у вас информация, у вас входит, и надо как перерабатывать, работа. А вы вот так сядьте и каждый день заведите себе привычку. Я многого не требую. Вот 15 минут ни хрена не делать. Я не требую медитации. Вообще. Просто. 15 минут сидите и вот что угодно, только ничего не делайте. Слушайте, вы через эти 15 минут так захотите на работу? Ну просто страх как. То, что психическая энергия все время вырабатывается, и надо куда-то деться. Понимаете? А когда вы ни секунды у вас нет, чтобы вы чего-то там или не крутили в голове, или ничего-то не делали там и так далее, не смотрели что-нибудь, не будет. И третий секрет. Ну, про интересное, да? Я сказал, научитесь скучать. Делайте паузы, когда вы ничего не делаете. И третья составляющая. Интересуйтесь чем-то, что касается вашей работы, но больше вашей непосредственной деятельности. Понимаете, вы же смотрите на свою работу с одного угла зрения. Вы даже не знаете, как эту работу воспринимают ваши коллеги. Вы с ними так не интересуетесь. Ну, то есть, то, что она им не нравится или нравится, это вы в курсе. А почему она им нравится, а почему она им не нравится? А для кого вы эту работу делаете, как он ее воспринимает? А что там в научном мире? У нас сейчас наука по всему на свете, по любому поводу есть. Что в научном мире думают про вашу работу? В курсе? Ну, вам кажется, может, да. Загляните просто в интернет целенаправленно. Это главное правило. Целенаправленно загляните. Что нового в и своей профессии? Слушайте, вам там всего повылезает, вы с удивлением узнаете, что вы этим занимаетесь, понимаете? Даже будет для вас новым таким саспенсом, понимаете? Вау, событие! Вот. Так, первая составляющая. Непросто. Я не обещал, что будет легко. Но работает. Второе. Перехожу ко второму. Понимание. Это страшное слово. Понимаете, понять – это же суть жизни схватить, так сказать. Значит, большинство людей не понимают, что они делают. Вот вы их спросите, а ты что делаешь? Ну, он скажет, ну, я там, не знаю, что-нибудь делаю программу на компьютере. А что ты делаешь? Ну, программа, там заказчик, они там что-то делают, это все. Но а зачем ты-то там в этом деле? Ну, я там вот это. Вот будут предложения, одно, второе, без всякой, без понимания объема, без понимания перспектив, без понимания, откуда оно появилось и куда оно идет. Понимание – это сложнейший навык, значит, который состоит из следующих пунктов. Во-первых, вы должны понимать, что ваша деятельность является элементом. Любая ваша работа является элементом какой-то большой истории. Вот сейчас за камерой сидит оператор. Не буду его выдавать инкогнито, но, как вы понимаете, я же не сам с собой разговариваю, здесь записывают меня. Вот, значит, вот его деятельность вроде бы записать меня просто, так? Но он же зачем-то меня записывает? Это же потом-то куда-то выложат это вот все, что я наговорил. Поклеют, порежут, там, запулят куда-то. То есть там еще кто-то появился. А почему я вообще про это рассказываю? Что это такое? Что это он взялся про это рассказывать? То есть еще что-то к этому происходило все. Так-то ему, по большому счету, пришел, сел за камеру. Включил, нажал на кнопку, сдал. Ушло. Так же логика. А оно же, видите, как может быть? И это совершенно другое понимание своей работы. И дальше вы можете что-то в ней предлагать. У вас может появляться какие-то идеи креативные. У вас будет вовлеченность в результате. Вы будете чувствовать себя частью большого продукта. Знаете, как сражаются в Голливуде за то, чтобы твою фамилию написали в титрах? Потому что вам пишут сценарий, написали там Пупкин и Шмупкин. Ну, там, неважно, как фамилии.
Не Нашинский. Может, и Нашинский написали. Вот, по контракту. Там 40 человек писал сценарий. Я не преувеличу. 40. А по контракту вот ты имеешь право, и ты имеешь право. И там они судятся еще с друг с другом, кого упомянули в титрах. Понимаете, какое дело? Почему? Потому что они хотят быть приобщенными не к конкретному действию. Сказали им текст написать, они написали. А они хотят быть к фильму быть приобщенными, к событию, потому что он может куда-нибудь на фестивале где-то выиграть. И они будут говорить, я автор. Фильм у меня здесь вот написан, самооценка, все вокруг это, в пассажире там. Ох, боже мой, какой-то прекрасный. Понимаете, какое дело? Значит, первое, что нужно понимать с точки зрения понимания, это вот, что вы часть большого процесса. Чем вы его объем не понимаете, тем вы лучше делаете свою работу. Значит, дальше, следующее, вы из этого понимаете, зачем вы делаете свою работу. Ну, какая цель? Понимание – это нужна цель. Потому что вот возьмите большую компанию какую-нибудь. Кто-то работает в большой компании, там у нас много их. Ну вот, большую компанию. Он тут что-то делает, там, у него какие-то там поручения, там какие-то... Он пришла заявку, он что-то делает, там куда-то бежит, там и так далее. И вы спрашиваете, а из этого потом что получится-то? Ну так-то. Какая цель конечная вот этой всей системы? И человек не понимает. Ну интересно такую работу. Ты же чувствуешь себя дебилом. Ну так-то, ты себе не признаешься, но в целом какая-то вот... Как-то отсюда взял, сюда принес, сюда взял, Кавкианский замок, понимаете? Конечно, нет. Поэтому задачу вот эту, свою цель, да? И третья составляющая, очень важная для понимания, вот для понимания того, что вы делаете, да? Это какие ваши сильные стороны используются для деятельности, которой вы заняты. Когда вы понимаете свои сильные стороны и понимаете, как они у вас же покупают не вас. Люди думают, что у них покупают время жизни, когда их нанимают на работу. Слушайте, не, это вранье все. У вас покупают навык. Если вы можете этот навык просто взять от вас, отнять, кстати, скоро сделают искусственный интеллект, возьмут наши навыки, отнимают у нас там и так далее, и не приходит искусственный интеллект на работу. Никому не нужно время работы искусственного интеллекта. Нужен навык, понимаете? И вот когда вы понимаете, что у вас есть навык, за который вам платят, вы начинаете про этот навык думать уже не как просто про какую-то, ну, что-то там научили, я это делаю, да? Вы про это думаете, как про то, что вы можете развивать, про то, что какую-то ценность представляет на рынке, почему кому-то платят за такую же работу там 10 рублей, а кому-то миллион, понимаете? И тут сразу это понимание другого у вас рождается. Представляете, вот вам интересно, вы бежите на работу, вам понятно, что вы делаете, зачем вы делаете, да? Какой ваш навык там, как бы это, в каком процессе вы увлечены? Другая жизнь, понимаете? Другое самоощущение. Вы на работе не умираете, вы на работе самореализуетесь. Понимаете? Вы создаете что-то не за зарплату, не за деньги. Кто за деньги работает? Раб. Это деньги, это корм. За деньги работают рабы. Понимаете? Их кормят деньгами. Поработал, все, и денежку туда засунули в рот, в этот, как в банкомат. И все, пошел. Такая работа хороша? Нет. Хорошо, когда интересно. И когда понятно, что я делаю. Понимаете? Третье важное слово. Третье. Важное слово. Секретно, закрыто формулировано. Важно. Есть люди, которые получают за свою зарплату и за свою работу очень небольшие деньги, но продолжают на ней работать. Клянут, конечно, все ругают там и так далее, но работают. И иногда блестящие. Ну, не всегда, но иногда. Блестящие. Что же это такое с ними? Ну, может, им, конечно, скучно было там, или они хорошо понимают, но часто человек
работает, потому что для него эта работа лично важная штука. Почему? Потому что он таким образом самые разные вещи. Значит, он может оказывать кому-то помощь. Врача вы возьмите. Ну, как бы, если бы они куклы перетаскивали, ну, я сейчас врача скорой помощи имею в виду, везде бы манекены лежали бы. Ну, такое, я когда в армии служу, у нас учения такие были. Навалят манекенов, ты бегаешь, их собираешь по полю. Но нет ощущения, важно. Понимаете? А когда выезжаешь на вызов, и там пациент, так сказать, на грани жизни и смерти, ты понимаешь важность. И как только ты понимаешь эту важность, для тебя совершенно другая деятельность. Понимаете? Ну, как бы ты не просто, как бы сказать, винтик в машине. Ты что-то сам лично сделал важное. Понимаете? Поэтому это очень важная штука. Но не все спасают людей. Не могут все врачами быть. Значит, но у вас есть всегда клиент. То есть человек, чья жизнь, пусть не в биологическом смысле, да, таком витальном, а просто зависит от вас. Ну вот, например, вы просто оказываете услугу. Вы можете оказывать, вы работаете стилистом, парикмахером, не важно кто. Вот делаете прическу. Так, 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 порезали, порезали. Вот я, когда нас раньше стригли в армии, за 10 копеек. Вот, цена 10 копеек прически. Вот, приходишь, даешь это, тебе берут, кладут твою голову в раковину, машинкой вжик, 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 как бараны. И все, свободен. Вот. Да, называется опрятная прическа. Это опрятность. А то так пакло, а то опрятный, молодец. В уставе написано, военным. Опрятная должна быть прическа. Не хухры-мухры. Вот. И вот так можно же и работать. Бзик, бзик, бзик. А можно понимать, что человек пришел, ну, как бы, он хочет красиво выглядеть. Он хочет как-то себя чувствовать. Да, это не вопрос жизни и смерти, но для него это вопрос качества жизни. Это иногда важнее, чем жизнь и смерть. Надо бы такое качество жизни, что лучше сдохнуть, наверное. Ну, я так не призываю, но это возможность улучшить качество жизни. И если человек понимает, что он работает и выполняет услугу, неважно, что он делает, пишет книгу, снимает кино, стрижет, там еще что-то. И таким образом он жизнь другого человека может сделать лучше, и это для него внутренний мотив, все, это достаточно для того, чтобы, с учетом, что это еще понятно или интересно, это становится для вас внутренним таким естественным мотиватором на то, чтобы вы продолжали эту деятельность совершать. Значит, важность работы нужно понимать и в другом смысле. И это очень важная вещь. Я важно-важно говорю, чтобы это НЛП, я на вас воздействую, гипнотизирую. Интересно, многие поверят, нет? Ну, все, ладно, не важно. Действуй, важно, 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 важно. Значит, что второе важно? Работа сама по себе важное дело. Почему? Потому что она организует график. Люди без графика, люди без как бы внешнего фактора, который будет их организовывать, превращаются в размазню. Ну так уж мы устроены. Нам нужно, чтобы нас... Мы же нас делали для природы, для дикой. В дикой природе ты все время должен быть, так сказать, в боевом режиме. То здесь с соплеменниками что-то повыяснять отношения, то еду достать, то отбиться от кого-то, то поймать кого-то там и так далее. Мы сделаны с вами для работы, понимаете? И работа – это то, что вас организует, и не просто бесплатно, а еще за вам за это платят. Вы без работы будете размазнёй. Вот несчастные эти аристократы, понимаете, аристократы, все думают, аристократы, у них этот, как его, у них нет работы. Чушь. Это несчастные аристократы, да, во-первых, они обычно у них там все это имение, там всем что-то надо было всем заниматься, понимаете, но еще у них куча сделана внутри жизни,
Вот ты встал, значит, не, ну, как бы, русские аристократы особенные, конечно, им плевать на все. Вот, но так, настоящие аристократы, встал, значит, со всеми надо поздороваться, понимаете, выйти на завтрак, одеться к завтраку, это целая работа. Ну, так, конечно, но посмотрите, так королева-то, ну, теперь король, они же на работе. Вот, ты встал, там, ты все, тут 10, типа, этот, поехал туда, сделал то, там, и так, график расписанный. Ни хрена не делает, ну, с точки зрения производства, так сказать, ценности, но организует его. Поэтому второе, что важно понять про работу, это то, что она вам нужна. Вам нужна, не клиенту, а вам нужна, чтобы организовывать вашу жизнь. Вот если это есть... Вы осознаете это, что работа нужна, что без работы вы развалитесь там и так далее. Но у вас есть ощущение важности. Ну и как вы думаете, какая еще есть важность у работы? А вот тут я подвешу. Тут я подвешу и не буду вам рассказывать. Потому что надо мыслить. Работа заставляет мыслить. Все остальное вас не попросит ни секунду. И вы будете, так сказать, превращаться, кто пришел, понимаете, откройте. Вот. Да. И всего лишь двух элементов из этих трех достаточно для того, чтобы вы вовлеклись в работу, почувствовали радость работы, почувствовали, что вы 8 часов жизни или сколько там. У меня вот сегодня работа с 9 до утра, да, последняя мне закончится в 10 с копейками вечера. Вот. Что, выкинуть из жизни? О, я против. Пусть будет интересно. Мне интересно. Я сейчас вам рассказываю. Вот. Понятно. Я понимаю, что делаю. Я вас мотивирую. У меня все здесь ясная цель. И важно это мне. Хочется, чтобы у всех было все хорошо. А просто так не будет. Поэтому я стучу в рынду, мое любимое занятие. Надеюсь, это было полезно. Вот. Третье важное вы из моих слов выньте и напишите в комментариях. Поставите лайки. Много лайков. Много. Много всяких, да? Ой, валяю я дурака. Вот. Но хочу, чтобы вы суть схватывали. Пока-пока.